Считается, что вот такая белая шелковица, которую специально сушат и добавляют в чай, она стоит как соль, а соль в Тибете дорого стоит. И считается, что прием такого чая омолаживает человека, лечит зубы, лечит неврологические заболевания, устраняет старость и так далее. Я еще один знаю такой рецепт. Это берется, высушивается корень белой шелковицы, трется, и каждый день человек заваривает в виде чая. Одна или две чайные ложки. Он имеет в своем, в компонентах, и вот этот корень, он немножко пахнет сандалом, и при выжигании тоже создает прекрасный такой вот удивительный запах. Я знаю, что в некоторых храмах, кагью особенно, где есть предсказания и предсказатели, вещуны, особенно в деревенских, хоть их и осталось там мало, и есть такие храмы, где берут корень из шелковицы и смешивают с семенами льна. И когда разжигают огонь, и когда огонь уже протлел, то бросают такой вот состав и дышат дымом такого состава. И считается, что такой состав приносит человеку визуальные картинки событий будущего.